Цель совместного заседания депутатского корпуса и руководства Брестского горосполкома – подведение итогов социально-экономического развития города и утверждение бюджета на год 2018. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук обозначил 5 основных положительных моментов работы хозяйственного актива города. Рост экспорта. Практически город поставил на экспорт продукции без малого на миллиард долларов. Это один из самых рекордных показателей. Вторая позиция – это активная фаза строительства. Только на объектах тысячелетия в этом году освоено, построено в эквиваленте на 55 миллионов долларов новых объектов. Третье направление – это уверенная работа наших флагманов промышленности, я их не буду здесь называть, которые создают более половины всего нашего продукта городского. Четвертое – утроенные темпы капитального ремонта жилья. Это очень хороший темп. Ну и, конечно, та работа, которую мы ведем по сплошному асфальтированию, по благоустройству нашего города. В 2017 году Брест продолжал активно развивать экспорт товаров и услуг. В списке партнеров 71 страна мира. Вместе с тем на заседании отмечен и ряд направлений, по которым имеет место невыполнение некоторых показателей социально-экономического развития. Речь идет о городском бюджете, профицит которого в соответствии с новыми приоритетами достигнут не был. Мы заканчиваем год, не добирая в бюджет порядка 6,5 миллионов рублей. Эта сумма не критичная, но это, в принципе, заставляет задуматься на тактике действий в новом 2018 году. Не получилось максимально вовлечь все субъекты хозяйствования в работу по тысячелетию. Пока основной акцент делают наши коммунальники, делают наши флагманы промышленности, но сказать, что это стало уже городской идеей, я бы это еще не сказал бы. И мои наблюдения по вопросу благоустройства города и новогоднего оформления показывают, что есть люди еще достаточно индифферентные в этом направлении. Тоже будем работать предметно с руководителями, с коллективами. Одним из главных пунктов повестки дня значилось обсуждение городского бюджета на 2018 год. Его приоритетные направления практически не изменятся. Строительная сфера и благоустройство города. На этих объектах будет сконцентрировано особое внимание руководства города и области. Помимо социальной нагрузки, которая объективно несет бюджет, 70% идет на социальные выплаты. Акцент – это наша стройка. По этому году, 2017 году, 31 миллион городского бюджета денег, 15 миллионов долларов, было вложено в объекты тысячелетия. Такая же сумма была вложена и областным бюджетом. Плюс 16 миллионов из республиканского бюджета инвестпрограмма и плюс, естественно, отдельное финансирование по западному обходу, которое превысило 30 миллионов рублей. Поэтому бюджет следующего года будет напряженным, и каждая новая копеечка, которая дополнительно получится в бюджет, это наше окончание строительства хосписа, это наши текущие ремонты дворов. Проблем более чем достаточно. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.